Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле! Диета еще в сентябре сказала, что будет несколько роликов, как же правильно учиться разбирать песни, и за это время вышло уже две части про бой. Также предыдущее видео было посвящено арпеджио, и в каком-то из разборов я рассказывала тему динамика. И наконец-таки все эти обширные темы мы объединим в одном выпуске, а именно сегодня будем разбирать песню группы «Жуки» «Батарейка». И многие, наверное, сейчас задались вопросом, почему ты будешь разбирать эту заезженную песню? Ну, во-первых, это самая популярная песня, которую играют в лагере. А как мы знаем, уже скоро каникулы у школьников, и куда они поедут? Естественно, в лагерь. Ну и второй фактор, почему я взяла именно эту песню. То есть как раз в этой простой и популярной песне объединены все те темы, которые мы проходили с вами на протяжении всего этого времени. Как раз такой является «Батарейка». И вы можете также сказать, что эту песню разбирали уже сотни раз, но это мой канал. То мне запрещает разобрать ту же самую песню в 101-й. Забыл сказать, чтобы вам проще было ориентироваться вообще по всей песне, пожалуйста, сразу откройте раздаточный материал перед просмотром, чтобы не было такого, что вы сначала посмотрели, ничего не поняли и начали искать материалы. Поэтому сразу, пожалуйста, сейчас откройте материал, распечатайте, как-то его выведите, делайте так, чтобы вы одновременно могли смотреть это видео и ориентироваться в этом раздаточном материале. Хорош болтать! Погнали! И перед тем, как ее разбирать, давайте ее сыграем. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Разберем для начала аккорды. Вся песня состоит, как ни странно, из четырех аккордов. И самый базовый, первый аккорд АМ. Аккорд G. F. И E7. В оригинале играется аккорд E, но мне не очень он нравится, поэтому я придумала прям ему альтернативу ставить аккорд E7. И эти аккорды играются на протяжении всей песни в этом же порядке. А теперь разберем с вами вступление и первый куплет. В вступлении в первом куплете играется восходящий арпеджио, то есть от четвертой к первой. Теперь с аккордами. То есть рисунок 4, 3, 2, 1 мы играем на один аккорд. Этот рисунок повторяем два раза. Это будет нашим вступлением. Разбор на укулеле. Ну а перед началом, чтобы разбирать песню, если вы не посмотрели вторую часть про бой, а я там прям досконально рассказываю, как же все-таки разбирать песню от А до Я, поэтому если вы до сих пор это не сделали, обязательно посмотрите прямо сейчас и возвращайтесь ко мне. Но если вам лень, то вкратце расскажу, что перед тем, чтобы соединять слова с аккордами, мы должны выделить, на какие слоги мы меняем аккорд. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. А чтобы понять, на какие слоги переходить, откройте, пожалуйста, оригинал этой песни или напойте ее и поймите, когда же мы все-таки переходим на какие слоги. Что касается первого куплета. Арпеджио такое же сохраняется. Только учитывайте тот факт, что мы начинаем петь с третьей струны. Холодный. Сначала мы сыграли четвертую. И на третью вступаем со словами. Холодный. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Таким образом мы поем целый куплет, но на слова «села батарейка» мы начинаем играть бой. Что у любви у нашей села батарейка. Тут
на самом деле очень просто понять, сколько ударов мы играем вниз. Достаточно разбить слово на слоги. То есть на аккорд F мы сыграем 2 раза. Села. А на слово батарейка 4 раза. Соединим. Села. Батарейка. Подойдем к этому месту. Что у любви у нашей села батарейка. Далее у нас начинается припев. Припев мы играем следующим боем. Вниз, вниз, вверх, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Соединяем с аккордами. Вниз, вниз, вверх, вниз. Но заметьте, мы начинаем петь припев на 2-й удар вниз. О-о-о. То есть 1-й удар у нас свободен на аккорд АМ. А теперь подойдем к припеву со слов «Что у любви у нашей?». Что у любви у нашей села батарейка. А следующие куплеты также мы начинаем играть арпеджио. Я тосковал по тебе сквозь сны и расставания. Разбор на укулеле. А теперь разберем динамику песни. Как вы заметили, что куплеты мы играем тише. То есть лиричнее, не выдираем струны. А на припеве мы уже начинаем играть громче. Вот и вся песня. Вот и все на сегодня. Если тебе понравился этот разбор песни, то, конечно же, поставь свой лайк и напиши в комментариях, какую следующую песню мне разобрать. Ну и самое время подписаться на мой канал, если вы до сих пор это не сделали. Почему, спросите? Потому что в ближайшее время предстоят вот такие вот темы для следующих разборов на укулеле. Как бы можете посмотреть, что, чтобы не пропустить какую-то из интересующих этих тем, вам стоит подписаться. Также не забываем, что все нужные ссылки, как всегда, в описании. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся!